Всем привет! Показываю аттракцион под названием «Египетский лифт». Он сейчас уже вызван. Тут вот египетские сюжеты. Лампочку, честно говоря, я сейчас поставил, потому что она была такая темная, что ничего не работало. Снимать было невозможно, было не видно. Нажимаем номер этажа, и лифт никуда не едет. Знаете почему? Потому что надо приложить карточку. И вот тогда он поехал. Ну вот теперь начинается самое интересное. Дело в том, что двери у этого лифта нету. Двери есть только на этажах. Ну вот, едем. Приехали. Вот, открывается вот так. Вот такая вот система. Сейчас покажу, как все это выглядит еще и сверху. Доступ на крышу во многих египетских домах открытый. Заходи, кто хочешь. Смотри на все, что хочешь. Вот шахта лифта. Вон она там висит. Сверху лифтовая будка. Сейчас покажу. Вон там наверху стоит моторчик, который этот лифт поднимает и опускает. Вот такая вот система ниппель. А вот так выглядит низ этого лифта. Вот это лифт, пружина, а под ней чьи-то тапочки и ботиночки. Посвети, пожалуйста, мне это, не вижу. Во. А тут квартира. Одна квартира. И там другая квартира. А тут какое-то безобразие. Вот такой суперлифт. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Обычно он о технике, а сейчас о Египте и Хургаде. Всем спасибо. Посмотрите под конец на море. Оно где-то там вдалеке. Всем пока.